Лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit. После одобрения пакета документов о Brexit лидеры стран-членов Евросоюза встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. На экстренном саммите членов ЕС, который в воскресенье, 25 ноября, прошел в Брюсселе, 27 лидеров государств Евросоюза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в своем микроблоге в Твиттер. 27 государств-членов ЕС одобрили соглашение о выходе Великобритании с ЕС и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией, написал Дональд Туск. Обсуждение, по данным «Европейской правды», длилось менее часа. Ожидается, что после одобрения пакета документов о Brexit лидеры встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы проинформировать ее о своем решении. После решения лидеров ЕС соглашение о Brexit должны одобрить Европарламент, парламенты всех государств-членов ЕС, а также парламент Великобритании. Ожидается, что парламент Великобритании рассмотрит соглашение в начале декабря. Однако гарантий, что документ будет одобрен, нет, ведь лейбористы, либерал-демократы, шотландские националисты, североирландские депутаты и даже немало консерваторов настроены голосовать против сделки. Лидеры приняли политическое решение об одобрении сделки после 18 месяцев переговоров между Лондоном и Брюсселем, во время которых сторонам приходилось решать такие существенные препятствия, как граница между Ирландией и Северной Ирландией и проблему Гибралтара. Напомним, накануне Тереза Мэй написала британцам открытое письмо по Brexit, в котором отметила, что сделка по выходу из ЕС будет отвечать интересам всех британцев, независимо от того, как они голосовали на референдуме. Ранее в субботу стало известно, что Испания снимает свое вето и проголосует в воскресенье за Brexit. Об этом заявил премьер-министр этой страны Педро Санчес. Новости от корреспондента. Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта news.com.